Сегодня у нас 14 сентября 2018 года. Я вот мою меренге. Готовила себе ужин. Кушаю. Матюшка гуляет на улице. Моя кошка. Проспера здесь, уже покушала. Специальную еду я ей положила. Хотя у них сухой корм всегда лежит. А так я положила шебу. Она покушала. А так, вы знаете, было там дерево, такое, небольшой кустарник, ну, такое, деревце, где-то примерно такой высоты. Перекупил, посадил, как выходите из первой входной двери. Там оно, как бы, прямиком было посажено. Вот. И буквально за год, может быть, за полтора, я даже не знаю, оно было вот такое вот деревце. Такая одна веточка, и там такие вот штучки как-то вниз такое, деревцо вот такое. Вот. И буквально там пошел ствол расти, пошло оно вверх. Оно как-то, в принципе, должно как-то вниз, пошло оно вверх на несколько метров. Я вообще так удивлялась, когда вот я уезжала, оно так за пару лет выросло, наверное, метра на два, если не больше, или на 3 метра. Знаете, такая штука выросла большая. Ну, и там, может быть, что-то там такое. В общем, было так удивительно. Еще что меня удивило, когда приехали с Василием Валерьяновичем на мою половину участка, железнодорожная 20 была острая. Там на моей половине были две большие ели. Когда я была там подростком, я помню, что там небольшая елка была, метра два. Ну не два, может, 2,5. Два. Сколько прошло лет? Хотя много лет прошло. Нет, ну как много. Потом я ездила, мне было 20 с чем-то. 20 лет. В общем, 20 лет вообще, да, 20 лет прошло. В общем, за 20 лет это из две елки, ну вторую-то я особо не помню, но выросли они и стали огромными ели. Ну сколько там ель метров бывает? Метров, не знаю, там такие огромные ели высокие. В общем, приезжаю,
две огромные ели. Вот так вот. В общем, пришлось их, конечно, спилить. Заказала я спилить эти ели. Ну, вы знаете, такие ели рядом с домом, которому много лет, мало ли ураганы поднимутся. А что будет с этими елями? Тем более одна была на границе с этим соседским участком. Там такая штука осталась, и так просто спилили, не выкорчевывая. Татьяна Салмановна, Мактум, Сейф Фудин, это я.